Я Соловей Василий Афанасьевич. Родился 11 ноября 2001 года рождения. В городе Якутске, Республика Саха-Якутия. Проходил службу по контракту 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде в городе Буденновске, Ставропольском крае, военная часть 74-814. Выехал на полигон Кузьминский, после чего нам доложили, что мы выдвигаемся в Крым на полигон Джанкой. После того, как мы сели на эшелон, ехали в районе в районе 4-5 суток, приехали, выгрузились, загрузились, тентованные КАМАЗы выдвинулись в сторону Армянска. Как нам доложили, мы будем стоять на обороне. Мы не простояли в Армянске даже 2 минут, выдвинулись дальше, в составе батальонно-тактической группы в колонну. Мы заехали на территорию Украины. Я видел много разбитой техники, и после того, как я увидел 3 трупа на границе, около 50 единиц техники разбитой, там были и понтоны, и Уралы, и КАМАЗы, и Мотолыки. И я понял, что это не спецоперация, но самая настоящая война. Мы проезжали села, то есть я видел, как люди живут. Мы встали в новой каховке. Мы хотели развернуться на самом деле. Мы хотели уехать, потому что нам эта война не нужна была. Но командир бригады сказал, что уехать назад не получится, или нас свои же солдаты расстреляют. После чего мы выдвинулись вперед, так как выхода не было. Ехали в колонне, сопровождали мосты, понтоны. 8 марта утром в составе 14 человек мы сели в КАМАЗы. В КАМАЗ в один. И выдвинули в сторону в России, где нас взяли в плен. Когда нас взяли в плен, к нам относились лучше, чем в России наши командиры. Нам говорили, что здесь живут нацисты, что здесь бандеровцы бегают, что здесь чеченцы, джахаровцы, дудаевцы. Но это все неправда, это все ложь. Нас кормили такой ложью на самом деле. Нам все, что нам рассказывали, все оказалось бредом. Когда я видел все это сам, видел все это своими глазами, я понял, что это очень серьезно на самом деле. Нас взяли в плен, вот я нахожусь в плену сейчас. Нас кормят, никто нас не трогает, не кричит на нас, с нами разговаривают на русском языке. Если бы мне предоставилась возможность воевать за Украину, принять присягу, перевести свою семью и остаться здесь жить, я с удовольствием соглашусь.